чтобы здесь был резерв. Зачистка! Зачистка! Ладно, ребятки, слушайте внимательно. Мы будем удерживать это место, пока не подойдет подкрепление, так что наша работа только начинается. Для тех из вас, кто впервые участвует в операции, добро пожаловать в ад. Для тех, кто уже кое-что повидал, верьте мне, ребята, вы еще пороху не нюхали. Мы расставим эти немецкие пулеметы по периметру. Стойте на посту и не забывайте о своих товарищах. Хорошо вам поработать.